Сегодня в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года осуществлен обмен пленными по принципу «всех на всех». Этому предшествовала большая подготовительная работа с азербайджанской и армянскими сторонами, проведенными российскими миротворцами. В результате под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлены в Баку и переданы представителями азербайджанских компетентных органов 12 человек. Азербайджанской стороной возвращены 44 человека, которые прибыли со мной на аэродром Эребуни.